Всем привет, с вами как всегда Фил, и вы смотрите Community Update 106. Не забывайте, что каждый вторник с 9 вечера я немножко стримлю. Кому интересно со мной поиграть, милости прошу, всегда рад новым гостям. А новости сообщества сегодня начинаются с карты, на которой, как вы можете заметить, отмечена территория различных кланов. Игра на таком сервере довольно сложна и требует постоянной концентрации и вовлеченности, иначе можно запросто потерять свои владения. Дальше нам показывают экскурсию по одной очень хитрой постройке, в которой довольно много места для лута, и при этом она компактная и замудренная, что заставит рейдеров попотеть. Видосики, как обычно, в официальной новости. Можете заходить туда по ссылочке в описании и смотреть. Почему не перезаливаю, думаю, вы и сами понимаете. Хотя, если бы вам было удобно смотреть их в моей группе ВКонтакте, напишите об этом в комментариях. Я буду выкладывать туда самые интересные. Так, дальше у нас идут 4 картинки, которые вы видите у себя на экране прямо сейчас. По последней из работ сразу заметно русского художника. После этого нам предлагают посмотреть нарезку со стрима от англоязычного блогера. И последнее видео про случайный взгляд вдаль. Его вы тоже видите прямо сейчас у себя на экране. И на этом все. Вот такая коротенькая новость сегодня вышла. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте ставить под видео лайки. Всем желаю больших успехов. Пока-пока.